новый Porsche Cayenne. К штатному монитору подключили Apple TV и через него зазеркалили iPhone по технологии Mirror Link. Весь функционал iPhone без ограничений теперь выводится на штатный монитор. Яндекс Навигатор, YouTube, любые другие приложения. Звук штатного акустическую систему. Регулировка как с крутилок, так и с кнопок руля. Все как обычно. Помимо изображения со смартфона, можно пользоваться всем контентом самого Apple TV. Все, что в домашних условиях вы используете, и так привыкли использовать Apple TV, теперь и на штатном мониторе вашего шикарного автомобиля. Обращайтесь, в вашем автомобиле может появиться то же самое или даже лучше. И, кстати, на гарантию это не влияет. Все штатное, без изменения ограничений. В любой момент можно перейти с одного режима в другой, произвести настройки и вернуться в дополнительную мультимедию. Режим парковки активируется из любого из вариантов. Машину только надо завести, да? Да. No.